Здравствуйте, мудрецы, я Александр Пчу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимулом больше ли вас видео. Спасибо, кто ставит лайки, комментарии. Как говорится, это помогает продвигать видео, и больше людей узнают что-то нормального и адекватного, как говорится, в гадании, а не да, нет, траля-ля, любовь. Зачем повышают пенсии? В чем подвох такой, так сказать, прибавление пенсий всяких и так далее? В России, да, хотя ее вообще там собираются лишить всех пенсий, пенсии уже... не государственная, а частная, контора, фонд это. Что мы здесь видим? Мы здесь видим переход людей, то есть хотят пенсионеров перевести в интернет, наверное, на госуслуги затащить всех, да? Чтобы медицина и все остальное отслеживалось, то есть, по сути, контролировать деньги пенсионеров, легко их стыбзить, легко их лишить. И здесь мы видим переход, то есть их затаскивают в сеть, в интернет, чтобы люди все электронно осуществляли, да, чтобы следить проще было, забирать деньги, если что-то треплется, человек не то сказал против президента или кого-то еще, вот, и плюс платные медицинские услуги легко сделать, легко это все осуществлять, толком медикам не работая, то есть они будут не работать, но деньги брать ваши, с ваших счетов. Через госуслуги. Вот для чего это все делается. Или чтобы люди купили телефон, допустим, на госуслуги затащили. То есть всех затаскивают в электронку. Вот для чего это делается. А не для того, чтобы вам улучшить жизнь и так далее. Чушь собачья. Ну что ж, всем удачи, успехов. С вами был Максим Чув. Ставьте лайк. Всем удачи.